Для привлечения медицинских специалистов в сельскую местность и решения вопроса нехватки кадров была разработана федеральная программа «Земский доктор». Действует она с 2012 года. Кроме выделения миллиона рублей, проект предусматривает возможность решения жилищной проблемы, а также различные льготы врачам, уезжающим в сельскую местность, где они будут трудиться не менее 5 лет. Бароняковская врачебная амбулатория обслуживает около 6000 жителей. Более 1000 – это дети. Последние 1,5 года ставка врача-педиатра здесь была вакантной. Детей принимал врач по совместительству на 0,25 ставки из Петровской участковой больницы. Благодаря программе «Земский доктор» вакансию удалось закрыть. Без педиатра работать на селе очень тяжело. Тем более у нас участок достаточно большой, более 1100 детей. И, конечно, когда у нас педиатр уволилась, 1,5 года практически не было врача. Приезжала также Надежда Степановна, помогала нам. А сейчас на постоянной основе это очень хорошо, потому что это и прививочная работа, и достаточно сейчас сложное время, да, вот простудные заболевания, заболевания ковид, да, то, что без педиатра в наше время очень тяжело. С августа в амбулатории начала работать педиатр с 30-летним стажем Надежда Подгорнова. Она стала участником программы «Земский доктор». Получила подъемную выплату в размере 1 миллиона рублей. Деньги потратила на улучшение жилищных условий. В сельской амбулатории Надежда Степановна должна отработать не менее 5 лет, чему только рада. Очень хорошая программа, и она уже не один год идет. Поэтому я считаю, что нужно ехать. Нужно работать. И работать нужно везде, не только в городе. И работа везде одинаковая, что в районе, что в селе. Так что надеюсь, что приживусь и тут, что меня полюбят местные жители. Буду стараться. В этом году участниками программы стали 3 врача из Славянского района. Кроме Бароняковской амбулатории, вакансии будут закрыты в отделении скорой помощи станицы Анастасиевской и Забойской врачебной амбулатории. Еще 5 специалистов со средним медицинским образованием стали участниками программы «Земский фельдшер». Они работают фельдшерами в отделениях скорой помощи станицы Петровской и Анастасиевской. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».